Я просыпаюсь в холодном поту. Я просыпаюсь в кошмарном бреду. Как будто дом наш залило водой. И что в живых остались только мы. Нормально, звук пишется. Начинаем снимать. Поехали. Сегодня наш репортаж посвящен обычным людям, живущим в нашем городе. Мы просто будем задавать вопросы и ждать ответа. Ну, давайте спросим этого милейшего мальчика. Здравствуйте. Вот скажи, пожалуйста, мальчик, какая твоя мечта? У меня их много. Ну, ты определись. Ну, я хочу PlayStation 3 и бессмертие. Ну и еще присоединение Крыма к России. Почему же? Мама говорит, что тогда путевки станут дешевле для меня. Туда. Здравствуйте, можно присесть? Нет. Ах, какой прекрасный день, не так ли? Нет. Ну, вы прям как Андрей Громыко. Почему? Его прозвали мистер Нет. Ну тогда, скорее всего, я мистер Неудачник. Ну что ж вы так радикально? Это не радикально, это очевидно. Интересно. Банально. Ну что ж вы так говорите? А вам какое дело? Ну, а что если я ангел небесной канцелярии, направленный сюда, чтобы помочь вам? Небесная канцелярия? Ага. Эх, даже на небесах сплошная бюрократия. Идиот. Здравствуйте. Здравствуйте.
можно задать вам парочку вопросов? Давайте. Как вы относитесь к вступлению России в ВТО? Отрицательно. Ну, они наши враги. Тем более, они продолжают расширяться на восток. Ясно. А как вы относитесь к расформированию еврейской автономной области? Отрицательно негативно. Потому что много россиян эмигрировало туда. Это хорошая страна, тем более им все-таки следует победить арабов. Спасибо. Ага. Эй, что тебе? Все. Ты мерзок. Это моя изюминка. Понятно? Очень гнилая изюминка. Здравствуйте. Приветствую. Здравствуйте. С чего это так вдруг начальство заглянуло прямо к нам в кабинет? Я зашел квас попить. Да и вас, собственно, ребята, давненько что-то не видал. Вот решил заглянуть, проведать. Но я зашел еще по одному поводу. По какому? Днем рождения, Артем. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Мы решили подарить тебе часы. Хорошие, европейские. Спасибо. Теперь ты еще больше крут. Ага. Что ж, буду праздновать свой день рождения с сырком. Писька! А мы продолжаем наш репортаж. Здравствуйте. Здрасте. Как вас зовут? Лёнька. Лёнька, как вы знаете, сзади вас в данный момент происходит интереснейшее мероприятие. Какое? Послание президента Удмуртской республики республиканскому собранию. Круто. Так вот, из-за этого наш вопрос таков. Какое ваше хобби? Работа. А кем, собственно, вы работаете? Двор, менеджер чистоты территории дворца президента. Интересно. А помимо работы? Чтение книг. А что из последнего вы прочитали? Книгу «Удмуртская вера». Ее авторы – это два профессора моего родного УДГУ, где я учился. А сама книга о удмуртской покорности и самобытности. Спасибо. Скучно. Что? Скучно. Какое число можно сказать сейчас? Хорошая мысль. Да. Поэтому я запишу ее в Твиттер. А зачем он тебе? Читаю, что пишет президент и мои подчиненные министерства. А я на выходных на рыбалку. Аплодисменты.
аплодируйте. Он сделал паузу. Господа, одна страна, один президент, одна партия, один бюллетень, один кандидат. На наших с вами глазах начинается третья мир. Кушай много, живи мало. Парам-пам-пам-пам. Молодец, дочка. Жаль, что моя фамилия не Рахманинов. Тебе подошло. Я пошел на завод. У меня ночная смена сегодня. Так что допоздна не засиживайся. Пока. Что у вас за проезд? Ничего. Оплачивайте. Этот автобус довезет меня до общежития номер 4? Да. Студент? Да. Впервые в городе? Почти. Третий раз. И как впечатление от нашего города? Не страшно? Нет. Почему? В этом городе пройдет моя молодость. То есть лучшие годы моей жизни. В этом городе я встречу новых друзей. В этом городе я найду себя. В этом городе моя жизнь изменится. И скорее всего, именно в этом городе я найду свою любовь. Никогда-никогда ни о чем не жалейте. Поздно начали вы или рано ушли. Кто-то пусть гениально играет на флейте, но ведь песни берет он из вашей души. Никогда-никогда ни о чем не жалейте. Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви. Пусть другой гениально играет на флейте, но еще гениальней слушали вы. Хорошо, звук пишется. Поехали, снимаем. Здравствуйте.